Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поздравили работников торговли с профессиональным праздником. Одинцовский округ уверенно лидирует в промышленном развитии Московской области. По итогам прошлого года муниципалитет опережает по таким важным показателям, как количество хозяйствующих субъектов и объему инвестиций в основной капитал. В округе зарегистрировано более 800 промышленных предприятий. Объем отгруженной продукции составил 98 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом он вырос почти на 11%. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя».